Всем привет, с вами DevPlay, а это у нас игрушка под названием Wasteland Story, и это вроде тоже игра про постапокалипсис. Честно говоря, я случайно наткнулся на нее в Play Market, и я хотел посмотреть на YouTube, но русскоязычных обзоров не было по этой игре, но с виду игра интересная, пиксельная. Вот, и если не обманывают ее название, оно еще и на выживание, плюс еще и RPG. Вот, поэтому чем-то она напоминает мне что-то в виде сталкера на телефон. И посмотрим. Давайте не будем гадать, погнали. Приятного всем просмотра. Кстати, в настройках что у нас тут есть? Это, да? Ладно. Только тут у нас перевода нету. Поэтому нажимаем на New Game. Сильно тихо как-то, да, в игре? А мне кажется, я тут по максимуму поставил, чтобы, ну, хоть немножко какой-то звук был в игре. Так. Ага. То есть мы уже выбрали женщину или мужчину, и кажется, когда мы выбираем, меняются разные скины. Ну, давайте за рыжего поиграем. А, хотя мы можем его менять вроде как. Ну, давайте, да, раз уже мужика взяли, пусть на мужика будет причастно похоже. Давайте так стандартно. Класс. И так будет. О, и классы будут. Два Intel Packs. Ага, тут значит надо можно два выбрать, да, каких-то показателей игрока. Так, коллег, честно говоря, хоть, ну а есть, а вот есть тут у нас, скажем, описание данных классов. Мерчант, это у нас, если не ошибаюсь, в переводе торговец. Угу. Короче, понижает какие-то цены. С ценами, короче, связано. Тинкер. Это у нас механик, что надо, да, Тинкер? Ремонтирует что-то написано. Ой, честно говоря, опять-таки, не хочется мне на этом заморачиваться сильно. Давайте возьмем. Воин и рейнджер. Воин понятно, что будет это самое. В ближнем бою плюс 20%, понятно. А это в дальнем бою прибавляется. Ну, типа такой, знаете, самый простейший билд в том плане, если вы будете играть из оружия дальнего боя. Хотя, блин, а зачем мне варьер? Зачем мне ближний урон, если я буду, может, в основном играть с автоматов и со всего такого дальнего, короче, боя оружия. Вот это, кстати, неплохая штука. Короче, повышает урон наших друзей на 25 и урон, получаемый ими, на 25. Давайте так возьмем, короче, не будем сейчас долго на этом застревать. Так. Тогда Devil. Play. Оп. А у нас тут Space, кстати, может? Прям чтоб как на канале. О! Можно, да? Окей. Okay. Enter. Next. Да, работает, можно так написать. Это очень, кстати, классно. Тем более, если игра не онлайн, то нафига вот эти приколы делать? А, напишите ник, там, листочек. Так. Ага, типа на нас начали охотиться какие-то, блин, тентакли механические. Ты открываешь свои глаза в черной комнате. Ах, голова. Где я? Это то, что могу переводить, ребят, я буду переводить. Так, клавиатура. Клавиатура не работает, надо поднастроить будет. Ну, я этим займусь. А чё за хрень такая на скелета налезла? Атака. Эй. Ой-ой-ой-ой-ой. Неудобно выключать же слышки, я так понимаю. Так, потише сделаем, потому что вроде как тут музыка нормальная. Сейчас начнет уже. Ва, музыка пошла, да? Лав. Начинает нравиться. Ну блин, надо не с мышкой, а если с мышкой, то надо клавиатуру настроить будет.
Ладно. Блин. Это нас не убило, конечно. Такая ебать, такая хрень. Хренотень металлическая упала, и мы выжили. Конечно, тут у нас какая-то херня появилась, как называется, забыл. Assigning New Order. Signing. Короче, новое тебе задание, и агент должен убежать с этого места. Типа это говорится. Что-то надо пировать и убежать. Вот эта штука, наверное, да, сейчас? Взять вещи. Пистолет. Pipe pistol. Еще и дубинка. Взять, конечно, все это. Так. Инвентарь. Блин, на самом деле много чего. Оружие. Давайте пистолет возьмем. Так, подожди. Эгвип, да? Ага. А, мы можем два слота, да? А, так еще мы можем поменять название. Ой-ой-ой, в какой-то игре тоже так было. Мы могли менять. Так, все. Второй слот напялили. Кола, new кола item. Короче, колу какую-то приобретать мы можем. Ну давайте пока не надо. Сейчас просто сейчас реклама начнется. Я записываю. Все это вырезать, все это возиться. Ага, так мы можем менять свои оружие. Так, что там у нас? За звук был сейчас. Эй-эй-эй, оп, блин. Блин, чё так хуйня, чё за херня, чё у нас, что нас било только что? Не, ну, какая-то. Короче, давайте так сделаем. Короче, ребята, я взял в руки телефон, так будет намного удобнее играть. А потом уже, может, в следующей серии, если вам опять-таки понравится, будет хорошая активность, то мы с вами обязательно настроим ее под клавиатуру и будем играть. А, да, это ХП врага. Я просто мне что-то, блин, как-то затупил и подумал, что это наше ХП. Это ХП врага. Наше ХП вот под нами. Так. Блин. И на самом деле хотелось бы, чтобы... О, кстати, а что я не беру? Грязную воду набрали с вами. Какую-то. А это что? Ага, какую-то шмотку с вами подобрали, да? Давайте глянем, что это у нас. Инвентарь. На самом деле еще надо привыкнуть к этому всему делу. Так, эквип. Использовать можем. Плюс минус 2 хп. Ага, тут у нас еще. А, вот у нас, видите, тут сверху, оказывается, у нас еще есть. Еда и вода. Патроны для пистолета. Ладно, ладно, потом это надо посидеть разобраться. Здесь очень много всего вот этого, да. Нету так, чтобы. Зайти, там вещи, там экипировка, раз-раз и все, и красота. Надо, блин, изучать каждый отдел. А ну-ка, ага, отхилиться можно. А, внимание, мало энергии. Короче, элеватор не работает. Агент должен активировать запасной генератор, я так понял. Ты готов? Конечно, я готов. А, что за тараканы какие-то повыскакивали. А ну-ка, блин. Ой-ой-ой. Так-так-так, перекат. Куда всосался? Блин, а?
Игра порой такая тихая, а потом раз и все, и капец. И так оно начинает шуметь, что меня хрен услышишь. Так, ну уровень получили. А ну-ка. Характеристики. Блин, ну это РПГ. На самом деле РПГ. Так, а можно вот эту фигню убрать? Так, сила. На что влияет сила? Физическая атака и критическая атака прибавляется. Так, конституция это у нас... Ага, защита. У нас защита. Давайте то, что я уверен, это прокачаем немножко себе ХП. Потом дальше уже разберемся. Так, а еще у нас есть навыки. Я так понимаю, точнее, если сказать, это у нас пассивка. Пассивные навыки. Нет, ближний урон нам не нужно пока. Ну, давайте дальний урон сделаем, да? С ХП я пока не вижу никаких проблем. Ну, unlock. Ага. Сначала открываем, а потом уже можем с вами прокачивать еще к тому же наши навыки. Так, ну в принципе все. Идем дальше. Так. Оп, взорвется, наверное, да? Держать. Ага, мы можем подбирать, значит. Подбирать эти мины и потом этими минами же пользоваться. Круто очень, на самом деле. Так. Это радиация. О, блин. Ё-моё. Хрена себе, какая она здоровая, блин. Типа мини-босс, да, у нас? Так, я просто не понимаю, почему он не работает? Да ё-моё, блин. А мы перекатываться больше не можем. Не работает эта мина странная. Или я что-то не понимаю. Это что за херня? Может, это не мина, может быть, это какая-то детектор чего-то там, блин. Но она не сработала. Или она сработала, я просто не заметил, как. Ну, типа она не взрывается, а просто какой-то урон уносит и все. Так, получить. Коктейль Молотова, да? Ага. У нас доп оружие. Давайте. А, я, кстати, не пользовался этим. Так, перезарядимся. Дубинкой не пользуется. Хочется посмотреть, как она выглядит. На самом деле. Так, туда надо по заданию. А здесь у нас что? Блин, а здесь мы, кажется, рано, да? О, помощник, наверное. Курит собачка. Так, что у нас тут? Пока не хочу. Это, ну, говорит, хотите смотреть... видео, короче, рекламу. Ага, вот. Ремонтируем, я так понял, генератор. Или подключаем его. Ух ты ж, блин, да, вот эта подстава сейчас была. Опа. Ой, на самом деле неудобно этим. Проще уже расстреливать как-то быстрее, да? Опа, ХП восстановили. Так. Да ё-моё, чё-то... А, я не могу перекатываться опять, забываю каждый раз об этом, кстати. О! Коктейль молота только что кинул. Там, блин, столько всего происходит, столько всего действует, я даже не понял, что происходит. Даже не заметил, как кинул тот коктейль молота. Опа. Все. Квест обновлен. Короче, описано, что собака в ловушке, и она смотрит на вас грустными глазами. Так, а здесь что у нас? Как открыть, интересно, это все? Я думаю, где-то вот здесь. Вот. Открыть клетку, конечно. Ага. Надо, короче, пароль какой-то, да?
Где узнать пароль администратора? Это я так понял, что надо будет потом, да, нам сюда входит. Так, нужно, короче, еще раз давайте посмотрю, а то я могу не понять. Точно нам нет. Короче, на откуда найти пароль администратора. Давай, давай, быстрее. Так, ну так как мы включили свет, я так понимаю, сейчас мы можем дальше пробраться. Но здесь вроде никаких ключей не было. А, хотя сюда показывает опять. Ладно, давайте сейчас глянем, что у нас тут. А, сюда мы можем тоже. А, видите, ребят, если мы с вами сейчас покинем эту территорию, то уже, я так понял, сюда мы вернуться не сможем. Там написано найти способ освободить собаку. А, вот, так аж... Ё-моё, блин. Было внезапно. Вот, кстати. Блин. Один раз только можем. Ну, еще раз. Опа, попалось. Нам, ну, типа звук был, как нам деньги дали. Ага, отпустить ящик. Кого-то мы там замочили. Это хорошо, что я типа это, да, не пошел туда раньше. О, классно. У нас теперь есть пароль администратора. А, блин. Да, привык к управлению немножко. Так, еще что-то тут подобрать надо. Так, подбираем. Это что у нас? Пистолет какой-то новый, что ли? Короче, давайте пока все подберем. Давайте глянем, что у нас в инвентаре есть. Оружие. Наверное, вместо... Да, шатган. Пистолет есть у нас. Кстати, покруче пистолета, то, что у нас сейчас стоит на нас. Так, ага. Их два. Это у нас СНГ. Это автомат у нас, да? Ну ладно, давайте сейчас пока. Патроны вроде как нашли на дробаш, поэтому давайте дробовик и поставим с вами. Короче, ребята, я начал сохранение, потому что я второй раз опять туда упал. Давайте так чуть-чуть вот так подходим к краешку и идем. Оказывается, тут под ящиком стояла турелька, которая херячила нормально. Так, кстати, видите, мне надо ХП восстановить. И звуки взяты из разных игр, да? Может, поэтому ее особо не рекламируют. Потому что, видите, только что звук был из Half-Life, когда мы восстановили ХП. А когда мы... Да, блин, они опять появились, суки. О, левел ап еще один. Потом прокачаемся. Давайте уже с вами спасем ту собаку. Будем выбираться отсюда. Так, open cage. А ну-ка. Доги. Как его назовем? Песик. Пускай будет песик. Опа. Таракан уже не в клетке. Так. Он что-то нам дал, короче. Так, не-не, потом. Смотрю. Прочитаю все это и уже тогда буду принимать решение. Кстати, там же у нас еще был сундук. Блин, а. Блин. Пойдемте заберем дробаш и пистолет. Я забыл. Собака не успевает за мной, кстати. Так, подожди. В чем прикол? Почему у нас нету дробовика? А, есть, блин, я что-то потупил. Есть все на месте, все хорошо. Так, экипируем это. И еще вот тут еще были пистолеты. Weapon. Вот.
Теперь нормально. И это... А! Пистолеты теперь на двух руках, скажем, пистолет. Короче, заебись. Так, перезарядка. Перезарядка, конечно, дольше идет. Все, вроде как сейчас уже покидаем эту подземную базу, но зато еще есть с псом. Так. О, еще всякой всячины нам тут дали. А, тут нас ждет какой-то сильный враг, написано. Так, 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 подожди, что происходит? Это типа сильный враг? Или дальше будет сильный враг? Кстати, мы можем даже не доходя до врагов, да, уже отсюда стрелять по ним. Так, о, блин, у нас дробаш не перезаряжен. Так, 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 давайте не убивайте мою собаку, да? Да, блин, все, собака сдохла. Ёпарасоты, а. А не-не, она оживает. Тьфу, я уже хотел заново начать. Кажется, все нормально. А, ладно, ребят, давайте будем на этом заканчивать серию. Игра на самом деле очень классная. Но опять-таки зависит от вас, будет ли продолжение ее. Ну, на самом деле, круто сделано. Больше похоже на какой-то Alien Shooter, только с RPG. Хотя там тоже есть RPG. Ну, вы поняли. Ладненько, я немножко, честно говоря, подустал, я извиняюсь. Только зависаю. Спасибо, что смотрели до конца. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписан, чтобы не пропускать новые видео. Вот. Спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи, всем пока.